Всем привет! Закончили очередной заказ. Это у нас гардеробная комната. Двери. Высота 2 метра, ширина 2,080. Профиль волна. Цвет крем глянцевый. Ну, наполнение с зеркалом. Гардеробная комната ДСП толщиной 18 мм, цвет ясень шимо-светлый. Дальняя стенка длина 2745, слева и справа по 1557, высота 2800. От потолка до полки 50 см, по кругу сделали вот такую цельную открытую полку, соединенную между полками на алюминиевой планке. С правой секции начнем. Глубина 600 мм, ширина 400. Вот с правой стороны вот ряд полок идет у нас. И три выдвижных ящика с доводчиками. Так, и слева у нас секция идет 30 мм. Здесь будут гладилки, стремянки, заказчица попросила. Дальше у нас идут две штанги. Посередине упор поставили. От верхней штанги до нижней 1,20 м. Ширина ее 946. Посередине сделали вот такую секцию из полок. Общая ширина ее 800 мм, каждая полочка где-то по 365, ну и сверху сделали цельную, две полки заказчица попросила. Ну и глубина также самая 600 и высота между ними 400. Здесь в углу сделали также самый угол открытый под верхнюю одежду и соединили вот таким способом между собой. Одна цельная, сверху будет труба, ну, две трубы справа и слева, вот таким способом соединили. Так, ну и последняя часть, это у нас глубина вот этой секции слева от меня, она идет 30 мм, 37 где-то так, а справа вот 600 идет, сделали полки под X-косок. Также самая ширина 400 и глубина 600 справа, ну, соответственно, слева 300 и полки под искосок. Ну и сверху также самая цельная полка идет. Вот такая гардеробная получилась. Все, всем спасибо. Пока.